чем вы руководствовались и на основании чего? Я руководствовался при даче этих указаний следователю своим внутренним убеждением о необходимости проведения определенных следственных действий по уголовному производству. То есть вы руководствуетесь внутренним убеждением? Да, естественно, внутренним убеждением. То есть должностное лицо работает в прокуратуре и руководствуется внутренним убеждением? Я, как прокурор, который осуществляет...